Это Геннадий Николаевич Макаров, глава Сосинского городского округа. Да, это он и есть. Мне так как будто пусть не будет. Вы пойдите на августе, вы уже в возрасте. Ну сейчас делать надо ведь ремонт. Так делай! Совершенно верно. Тех документаций после все снизу проходит. Вот только что документы и все бумаги. 30 дней. А потом зима. А почему тогда весной тут надо было экстренно всех выселять срочно? Никого не выселили, никого. Все же работает. Мы не можем. Потому что народ поднял шум. Мы же жужжались. Мы же жужжались. Отделение дневное. Вот какое. Вы видели, какое у нас дневное отделение? Вы видели? Вы видели, какое у нас дневное отделение? Это разве нормально? Вот посмотрите. Давайте мы договоримся с вами, а? Вот все, что необходимо, ремонтом, дамой, больницы, давайте мы сделаем в 2021 году. Вы поговорили и уехали, а мы остались здесь. Я никуда не уехал, я здесь живу. Да, я в Серове живу и сюда приезжаю. Ну так получилось. Почему что мои родители жили там? Почему же виновник? В данной ситуации не применять никаких мер. Мы не наказываем. Геннадий Николаевич. Вышли с бумагами к зданию больницы. Их присунула полиция. Почему этот человек не несет никакой ответственности? Почему? Я спрашиваю вас. Нет, почему? Здоровье людей. Про Балтасёва. Что конкретно? Три года он разваливает нашу больницу и не делает ничего. Смотри уже, боже, он сколько работает. Ну, давайте тогда мы подготовим соответствующий ответ. Подготовьте соответствующий ответ. Если вам это необходимо. Обычно отписка о том, какой красивый и хороший. Мы знаем это. Все прекрасно. Да почему бумага? Если я говорю, что мы занимаемся вопросом ремонта, мы будем продолжать это делать. И я буду с вами встречаться каждый раз, чтобы довести эту работу до конца. Уже в сентябре. Не с мая месяца. Не надо с мая месяца. В апреле месяце начали. Уже в сентябре музыкальную. С апреля месяца была якобы какая-то экспертиза, что здание не мы собирали подписи родителей, чтобы это было ограничено, а помощь у нас нуждается в полном объеме. Да что такое для нас полный объем? Пригласите. Что полный объем? 5 коек? Вот нас стоит вот просто здесь даже больше. Подождите секундочку, мы сейчас говорим о здравоохранении, в частности вас, что касается. Или здания. А как иначе-то? Зачем кричать-то? За всех людей. Я вам объясняю, что все, что необходимо с ремонтом, мы сегодня занимаемся этим вопросом совместно с министерством. Почему сегодня, когда шум пошел, вы поднялись? Я объясняю вас. Как только появилась экспертиза, после этой экспертизы совершенно ничего так быстро делается. С мая месяца делалась экспертиза. Да. С мая месяца. А конечно, что вы? Да что вы? Почему попугай? Ну я говорю то, что есть по документам.